Знаете, почему я люблю хороший темный шоколад и какао? Не только потому, что это вкусно, это еще и очень полезно. Иногда, правда, диетологи и нутрициологи спорят о пользе этих продуктов, но одно несомненно. Если употреблять их правильно и у вас нет лишнего веса, то польза значительно перевешивает потенциальный вред. И шоколад, и какао – это одни из лучших источников антиоксидантов, полифенолов и магния. Также в них содержатся другие минералы и витамины, в том числе витамины группы В. Не зря, когда мы подвержены стрессу, нас тянет на шоколад. Организм интуитивно выбирает продукт с оптимальным сочетанием витаминов группы В, флавоноидов, триптофана и магния. Сразу оцените пользу интуитивного питания, когда наш организм выбирает оптимальный для себя продукт. Но сейчас хочу поговорить с вами о магнии. Думаю, вы слышали о его пользе. А знаете ли вы, что у 80% женщин этот минерал в дефиците? И зачем нам вообще нужен магний? Первые симптомы дефицита магния – это постоянное чувство усталости и быстрая утомляемость, нарушение сна. Даже после длительного ночного сна люди с дефицитом магния не чувствуют себя отдохнувшими. Недостаток магния может привести к активному выпадению волос, ломкости ногтей и даже кариесу зубов. При дефиците вы часто болеете, снижается иммунитет, появляется повышенная раздражительность, тревожность, даже плаксивость. При сильно выраженном дефиците магния могут развиваться психические расстройства и депрессия. А длительный дефицит магния приводит к таким серьезным заболеваниям, как заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма сердца. Кроме того, увеличивает риск сахарного диабета. Напоминаю, что 8 из 10 женщин этот минерал в дефиците. Дальше о том, каким еще проблемам может привести дефицит магния и как лучше всего его восполнить. А пока хочу сделать вам подарок. Еще больше подробностей о женском гормональном здоровье вы можете узнать на моем открытом мастер-классе по ссылке под этим видео. Если вы еще не смотрели этот мастер-класс, зарегистрируйтесь прямо сейчас. Это можно сделать по стрелочке в правом верхнем углу или в описании под этим видео. Там будет мой подарок – мастер-класс на тему женского здоровья. Регистрируйтесь прямо сейчас. Итак, магний. Он нам нужен для полноценной работы всех систем нашего организма. Выработки энергии, работы нервной системы, синтеза белков, для сердечно-сосудистой системы, для костей, мышц и суставов. Дефицит магния приводит к заболеваниям нервной системы, бессоннице и даже судорогам. Может вызывать патологии во время беременности, невынашивание беременности, токсикоз второго и третьего триместров. Влияет на развитие остеопороза в старшем возрасте. Также дефицит магния может привести к заболеваниям костей. Различают первичный и вторичный дефицит магния. Первичный обусловлен наследственными генетическими патологиями и встречается крайне редко. Вторичный дефицит этого микроэлемента обусловлен особенностями питания, образом жизни и некоторыми заболеваниями. Огромную роль в дефиците магния играет стресс. Также нехватка магния нередко возникает у лиц, которые злоупотребляют алкоголем, у беременных и кормящих женщин, а также у спортсменов. В первую очередь я рекомендую научиться управлять уровнем стресса и освоить практики глубокой релаксации. Также важно включить в вашу диету продукты, богатые магнием. Как я уже говорила, он отлично усваивается из какао и шоколада, только эти продукты не должны содержать сахар. Я, например, люблю темный шоколад на меду. Большое количество магния содержится в семенах кунжута, тыквы, арахисе, миндале, кедровых орехах и кешью. Отличный источник – это проростки, отруби, гречка и бобовый. Так как многие сейчас отказываются от этих продуктов по разным причинам, то можно принимать магний в виде добавок. Подробнее о самых лучших формах магния в методичке «7 рекомендаций для женского здоровья», которую вы можете бесплатно забрать по ссылке под этим видео. Также помните, что если вы еще принимаете кальций, то прием этих минералов надо разнести по времени. Хорошо восстанавливает дефицит магния ванны с магниевой солью Эпсом.
И, конечно, купание в море. Я желаю вам магниевого баланса. Он дает нам радость, силы, энергию.